Оригинальный способ обогащения придумала главный врач стоматологической поликлиники номер 1 областного центра. Предприимчивая женщина, подключив для поддержки главбуха и бухгалтера, трудоустраивала на работу людей, которые по факту лишь числились в медучреждении, а их зарплату ежемесячно женщины делили между собой. Таким образом, ущерб поликлинике был причинен на сумму в 2,5 миллиона рублей. Ленинский районный суд вынес обвинительный приговор 4 фигурантам. Главврач получила 4,5 года условно и штраф в 200 тысяч рублей. Один из лжеработников стоматологии наказан на 2 года 6 месяцев также условно. В отношении главного бухгалтера также вынесен обвинительный приговор и назначено наказание в виде 4 лет лишения свободы со штрафом в размере 155 тысяч рублей. Также данное наказание является условным. Кроме того, бухгалтеру указанной организации назначено наказание в виде 3 лет лишения свободы без штрафа.